США представили первые опытные образцы стены, которая должна быть воздвигнута на границе с Мексикой. По итогам серии тестов, которые пройдут в ближайшее время, будет выбран наиболее оптимальный вариант будущей Великой Американской стены. Монументальные конструкции из стали и бетона по меньшей мере вдвое выше и прочнее нынешнего пограничного забора. Строительство стены, чтобы отгородиться от Мексики, было предвыборным обещанием Дональда Трампа. Однако стоит отметить, что американский Конгресс до сих пор не дал согласия на ее возведение.